граждане, которые приходили на избирательные участки, они тоже могли обратиться в ситуационный центр, если выявляли какие-то нарушения на избирательных участках, ну или вообще, если имели какие-то замечания. Но таких обращений практически не было. То есть выборы прошли очень в спокойной обстановке, и нарушения не отмечались. Поэтому вот со стороны общественности, общественной палаты, я могу ответственно заверить, что выборы, которые состоялись 8 сентября, были легитимными, серьезных нарушений выявлено не было. И общественное наблюдение, которое обеспечивала общественная палата, было полностью присутствовало на избирательных участках.